В Славянском районе много талантливых, одаренных ребят, которые побеждают в муниципальных, краевых и всероссийских олимпиадах. К 300-летию Российской прокуратуры была проведена олимпиада по истории государства и права России. В Славянском районе участниками олимпиады стали 240 учащихся 9-11 классов. Лучшие результаты в муниципальном этапе показали 6 школьников. Это учащиеся 3-й школы Алексей Абаев, София Горбунова из лицея номер 1, Виктория Александрова, лицея номер 4, Максим Кабаненко из 29-й школы Станицы Петровской, учащиеся 25-й школы Станицы Анастасиевской, Юлия Гавриленко и Мария Ивченко из 19-й школы хутора Коржевский. Награждение победителей прошло в Славянской межрайонной прокуратуре. Александрова Виктория Сергеевна, учащаяся 10 класса, лицея номер 4 города Славянска на Кубани. Исполняющий обязанности прокурора, старший советник юстиции Владимир Татаров и заместитель прокурора Дмитрий Петрушенко вручили ребятам грамоты и сладкие подарки. Пожелали им дальнейших успехов в учебе.